Сегодня мы с вами приготовим грибной суп на курином бульоне. Для этого нам сегодня понадобится один окорочок, картофель, грибы. У меня сегодня вешенка полкилограмма, луковица, яйцо, специи, соль по вкусу. Сейчас мы на 3 литра воды холодной поставим вариться бульон, один окорочок. Холодную воду опустили окорочок, доводим до кипения. Как закипит, снимем пенку и добавим специи для бульона. Тем временем, пока наш бульон будет закипать и готовиться, мы нарежем овощи наши. Лук шинкуем кубиками мелко, картофель кубиками тоже режем. Дальше нарежем грибы. Грибы я, которые маленькие, я их не нарезаю. Я их ложу целыми кусочками для эстетического вида в супе. Вот, я их просто разбираю, убираю плодоножку, откуда они растут, это место. Вот получаются красивые маленькие грибочки. Если грибы крупные, то их разрезать или пополам. В таком виде получаются грибы. Бульон наш закипел. Убрать шум. Лавровый лист, несколько листочков, перец горошком черный. Достаточно. И посолить бульон. Все, теперь бульон будет вариться минут 20-30. Так, наш бульон уже готов. Окорочок наш сварился. Мы сейчас его достанем, охладим, потом разберем на порционные кусочки, отделим от кости мяса. Сейчас мы будем погружать картошечку. Вот так вот сделаю это все быстренько. Теперь картошка будет кипеть до полуготовности. Так, наша картошечка уже наполовину готова. Мы добавляем сейчас грибочки. Так. И тем временем будем ставить жариться лук, делать зажарку. На раскаленную печку ставим сковородку, наливаем подсолнечное масло, пару ложек столовых. Высыпаем наш нарезанный лук, обжариваем до прозрачности лука. Только лук станет прозрачным, мы его добавим в наш суп. Зажарочка у нас жарится. Тем временем мы будем сейчас добавлять в суп мясо и яйцо, которое мы вилочкой расколотим в чашечке. Будем вливать тонкой струечкой. Зажарка наша готова. Мы ее отставляем в стороночку. Грибочки наши кипят, уже сварились.
добавляем мясо разобранное, просто кусочками поломанное. Теперь яйцо. Вливаем, сразу размешиваем. Так, бульон наш кипит. Попробовать его на соль. При необходимости досолить. Кладем нашу зажарочку. Все, наш суп готов. Выключаем плиту и даем супу нашему настояться.